часто бывает так, что в начальной фазе не видно, какие будут перспективы. А сейчас предприятие показывает практически удвоение выручки и еще строит планы на развитие. Поэтому наша задача, значит, помогать с развитием индустриальных площадок, с железнодорожной, газовой, электрической инфраструктурой и действительно дальше работать уже с кадрами, потому что это тоже большой вопрос для того, чтобы здесь была достойная заработная плата и хорошие рабочие места.